Специально для «Новострой М» тайный покупатель провел расследование в жилом комплексе «Вальдемироль». Новостройка возводится в Одинцовском районе Московской области, в 15 километрах от МКАД по Минскому шоссе на территории поселка Лесной Городок, в получасе езды от станции метро «Кунцевская». Девелопер проекта – группа компаний «Глубина». Реализация первой очереди намечена на второй квартал 2014 года. Полностью проект будет завершен в 2016 году. Тип проекта – каркасно-кирпичный. Новостройка будет включать в себя 95 многоквартирных корпусов высотой в 3-4 этажа. Покупателям предлагаются 1, 2 и 3 комнатные квартиры площадью от 28 до 85 квадратных метров. Вид на Вальдемироль со стороны железной дороги. Там за коттеджами строящиеся малоэтажные дома. Это окрестности. Лесной городок. Жилой комплекс Вальдемироль, Изумрудная долина. Вид с Минского шоссе. Тайный покупатель оценил надежность девелопера в 6 баллов из 10. За предложенную схему покупки наш агент дает 9 баллов. Ипотека от более десятка банков. Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев. 8 баллов новостройка получает за цены и планировки. Инфраструктура обещает быть богатой. Кроме кафе, отделений банков, магазинов и аптек, которые разместятся в самих домах комплекса, планируется строительство детского сада, школы и торгового центра. 9 баллов. И, наконец, 7 баллов комплекс получает за транспортную доступность. Оценки по другим параметрам, а также все подробности проверки ЖК «Вальдемироль» читайте на сайте «Новострой М».